Когда уезжал в Южную Корею, мне все мои друзья говорили о том, что я уже не вернусь обратно. В прошлом году решил немножко изменить свою жизнь и поехать в Южную Корею, чтобы, возможно, остаться там жить. Но у меня были определенные причины, чтобы переехать туда. Моя семья уже несколько лет жила в Южной Корее, и поэтому просто было желание поехать, посмотреть, пожить и там уже определиться, либо остаться на ПМЖ, либо вернуться. В обществе так принято. Ты там вырос, выучился, получил образование, работаешь на большую компанию, работаешь на нее всю жизнь чаще всего. Тебе хорошо платят, ты все зарабатываешь, и на какие-то счастливые моменты у них элементарно не остается времени. И они все жутко перерабатывают в Южной Корее. Тек қана бар отаным бар, бұл Қазақстан. Себебі мен Қазақстанда толдым, өстім. Мен ішінде, я жүргенде, мен қазақпын. Да? Менде біздің менталитет бар, деп ойлаймын. Когда ты едешь нелегалом, это всегда опасность. Опасность, что поймают и депортируют. Опасность, что тебя могут обмануть с работой и не заплатить деньги. Такое тоже бывает. Опасность, что ты можешь какой-то, ну, со здоровьем какие-то проблемы. Ты можешь получить травму. Да, элементарно, даже если ты сломаешь руку, у тебя нет страховки. Ты нелегал. А в Южной Корее медицина очень дорогая. Если ты попадаешь в больницу без страховки по любому поводу, тебе, скорее всего, выставят очень большой счет, да, который тебе будет не по карману. Проживя в Южной Корее определенное время, я, кстати, стал ценить, например, время. Да, я понял, вот работая по тому графику, по которому я сказал, я понял, что мы в Казахстане, конечно, время не очень ценим, вот, потому что мы можем быть, я думаю, и считаю, намного эффективнее и продуктивнее. Бізде үш рет аптада сабақтар бар. Біз келеміз, жиналамыз, және әрбір сабақта, әрбір кездесу бізде әртүрлі тақырыптар бар. Біз қазақша сөйлейміз, сол тақырыпты туралы. Бізде әртүрлі адамдар келеді.